С начала суток в зоне АТО 23 обстрела, двое бойцов ранены. Утром боевики ударили из тяжелой артиллерии по мирным кварталам Марьинки. Взрывы раздавались прямо возле школы, где прямо в этот момент шли занятия. Все подробности узнаем от Геннадия Вивденко. В Марьинской школе номер 2 начало учебного дня. Невзирая ни на что, враг начал обстрел из тяжелых орудий. Снаряды взрывались прямо в жилых кварталах. Все ближе и ближе к учебному заведению. Детей спешно отвели в бомбоубежище. Дети все, слава богу, живы, здоровы. По команде мы вышли, когда уже было безопасно, мы поднялись на этажи, в свои классные комнаты и продолжили учебный процесс. Но можно сказать, что дети, конечно же, испугались. Учебный процесс нарушился, дети уже были не так внимательны. Обстрел мирных жителей начался в 9:30 утра и длился 15 минут. Под огонь попали улицы Тельмана и Матросова. В настоящий момент Марьинским отделением полиции ведется обследование территории на выявление разрушений и взрывоопасных предметов. Среди местного населения города Марьинка на данный момент пострадавших не обнаружено. Между тем, вчера вечером во время очередного обстрела был ранен 38-летний житель Марьинки. Он прикрыл своим телом супругу и получил ранение в грудь и живот. На передовой наибольшее напряжение на мариупольском направлении, а также под Горловкой. За минувшие сутки и сегодняшний день ранены 7 украинских бойцов. На Луганском направлении эпизодические обстрелы. Наши воины наблюдают, как враг укрепляет фортификационные сооружения. Разрыто так, как будто какой-то разлом в земле. Дуже там. Так копается, что это надолго. Краще постріли, чем тишина, бо тишина невідомо, чем она закінчується. В районе Авдіївки враг вел обстрел на протяжении 12 часов беспрерывно. Только за полчаса выпустил около полусотни мин крупного калибра. Геннадий Вивденко, Вадим Ривун. Подробности. Телеканал Интер.